А ты что не спишь? Ты также работаешь на Валбересе? Или в другом месте уже? Конечно, буду свою любовь искать, но как видите, я еще без любви. Вот жду, когда ко мне придет кто-нибудь. Я, конечно, как Чиполлино, но это нормально. Я хоть начала завязывать хвостик. Блин, эти подвозки меня смущают. Хрен сотрешь. О, да. Я стерла. Так, да, пока что там, только домой пришла. Офигеть, а что ты так поздно? Как там именно рабочие дни проходят? Так же или что-то поменялось? Здорово, Каринка! Привет, привет! Какие дела? Все хорошо, все отлично. Да нормально, что ты там, звезда наша. Блядь, всем складом смотрим «Дом-2», теперь сидим на перерывах. Да? Лёха меня все просит, пускай мне привет передаст. Я говорю, да, Лёх, прям тебе возьмёт и передаст. А, сейчас, секунду, отвечу Ане. Крис приехала с Тали, она на месте. А у нас там-то хрена чего нового на работе, на самом деле. Ну, рассказывай, что у вас там новенького. Короче, у нас забрали Белгород. Букву Ж забрали, букву Г, ой, букву Д и Е. Забрали? Да, на Белгород. Вот. А потом что еще? У нас пик увеличился. И сколько сейчас пик? Блин, ну, был уже рубль 70, там, по-моему, конечно, сейчас 2.20. Ну, хорошо, все равно, знаешь. Вот. Я пока что работаю, но я после Нового года планирую уходить. А чего? По профессии пойти. Хорош. Ну, как бы все, Карина, уже год отработала. Хорош. Знаешь, как-то. Сейчас, подожди, повеси, я под маску возьму одену. Джейсон, ты спишь? Так костным собака нравится, я не могу. Такая... Какая? Черная какая-то. Большая? Да. Квин. Иди сюда, мой мальчик. Иди ко мне, мой хороший. Иди, мой хороший. Смотри. Мои чада. Господи, не твоя? Не, Алинки. Просто я сейчас сижу с ним. А остальные где все? На шашлыках. А ты что, не пошла? А я на диете. А. Вон, так что... Какие мне шашлыки? Нормально. Китченезом, Карин. С китченешем по нашему курскому, да? Да. Вот. Я. А так, все, это же день города, блядь, у нас. Все перекрыто будет. Короче, все вместе похудела на 17 килограмм. А ты как? У тебя что, ты соблюдаешь, типа, диету, или ты, типа, чисто на физ? Я, ну, соблюдаю, да, там, чуть себе колораж, там отдельно все. Блин, секунду. Где мои патчи? А, вот, нужно. Бля, Карин, честно, я до последнего вирус, что Доби 2 пока выпуск не увидела, отвечаю, блядь. Я, до чего я Дом 2 давно не смотрела, когда вот, ну, закончился он, ну, старый, да, с Бузовой еще. Я не смотрела, я не смотреть начала. Вот честно. Проверяла гормоны. Все хорошо. Спасибо. Тоже спрашивайте. Блин, когда ты себе парня найдешь, скажи лучше. Тебе еще никто не пришел. Короче, ходила ко мне, хотела тип прийти. Вот, так еще он не понравился, типа. И, короче. Карин, а вам же за это платье, да, то, что вы снимаетесь? Я вообще про это говорить не могу. А, я поняла. Вот. Мне тоже Леха на Дом 2 отправляет. Ну, если я приехал на Дом 2, блядь, мы с Каринкой там взорвем всех и все, блядь. Дом 2, у меня, блядь, на работе такой Дом 2 происходит. Ну да, Валберс отдельная тема. Отдельный путь. У нас здесь хера новеньких, все старые поушли. А что старые ушли? Ну, кого поувольняли, кто просто ушел, работу началась, не знаю. Кто студенты поушли. А студенты поушли?
Что, новенькие красивые пришли? Ага, все страшнее и страшнее. Самые красивые это были мы с тобой. По-любому. Мы склад держали. О, что такое зимой пиздец. Значит, опять те фуры, надо будет, они будут застревать. У нас же курилку принесли. Да? Ну, нам мы раньше выходили, она прям была около двери, а теперь курилка находится на последних воротах. Где? На последних воротах. Ёпта, когда ты забежишь, зато уже время закончится. Угу. Ладно, когда погода нормальная, еще может быть, а когда дождик, выходишь, там покуришь и уходишь. Там дорогу начали делать. Во. Мы тебе крутые, блядь. Да, не будут фуры застревать. Они тебе начали в аварии попадать. У нас фура, то одна фура вмахалась в другую, то фура в газель въехала. В общем, жесть. Офигеть. Не, блин, ну, короче, насчет аварии, это вообще страшная тема. А, короче, у нас случай был. Мы же две там чисто, блядь, фура притаранила другую фуру. Наша фура московская и деловые линии, которые. Йо, а это которая напротив нас, да, была? Угу. Охренеть. Слышишь, а у вас как, вот, допустим, у вас, типа, вы, у вас вы целый день снимаете, или у вас определенный там, вы снимаете, потом заканчиваете, у вас, типа, выход там, перерыв есть? Нет, мы снимаемся каждую минуту. Да, сейчас? Нет, сейчас нет. У нас с 12 до 12 свободное время. А, прикольно. Угу. Ну, тоже надо в 2 идти. Да, тут весело, тут хорошо. Да я смотрю, ты там прям это, физкультурой занимаешься. Ой, еще да. Всех худ... Еще всех худых переплевываешь. Ну да, есть такое. Слышишь, а я когда помню, с тобой же эфир был. Вы там еще зефирки, что-то, короче, симпатию, что-то не поняла. Когда к тебе мальчик вышел, Леша, по-моему, или Саша зовут. Саша. Целовать тебя хотела, а что ты это, отказалась. Малый, симпатичный. Вот такая вот привередливая. У меня другой типаж. Ну да, мужики там... Не, ну так... есть мальчики симпатичные, да, но они козлы. Есть там, с татуировками красивые есть. Максим? Максим, да. Он, по-моему, сейчас соленый Рапунцель раньше был, если не ошибаюсь, в старом доме 2. Да-да-да. Потом еще такой... Еще вот там один с татуировками есть. Такой не русский, по-моему. И Грант, есть и Грант. Вот, да, вот, по-моему, Грант красивый тоже. Да, и мальчики занятые. Каринка, я все только ты, к тебе твоя любовь придет. Ой, сама жду, а не дождусь уже. Порох туханы сыпется, блядь. Я уже думаю, когда-нибудь это случится, блядь. Да мне кажется, кто-нибудь придет. Дай бог, блин. Вот завтра приход, мужской. Ой, блядь, подожди. Так, уже 12, да. Завтра, в понедельник, короче, приход мужской. Посмотрим. Mm-hmm. Может, ко мне кто придет. Может быть. Автографы не просят, Карин, еще. Ой, блин, приезжала, короче, на выходной. Я в курс приехала. Я видела по историям. Вот, и, короче, с братьями, бабушка, короче, дело поделала все и, получается, и, короче, я вышла в ТЦ, наш ЦП, короче. Угу. Ты из дома 2, да? Я такая, ну, да, есть. Я сейчас тебе историю расскажу. Короче, была в Мегалине. Ну? По делам. Меня с тобой перепутали. Как подходит девушка, можно автограф? Я такая, какой автограф? Так раз с глазами. Ты говоришь, из дома 2? Я говорю, не, я не из дома 2. Я говорю, вы ошибаетесь. Блин, а мы с тобой сейчас не похожи. Ты что, рыжая, а я черная. Да. Я сейчас, короче, буду все волосы наращивать. У тебя хорошо это... будет с моими волосами. Вот это Децель, блядь, мой, это вообще капец. Ты прям такая похожа, соска нереалка.